Здравствуйте, друзья! Буду устанавливать деревянный плинтус на пол. Купил я вот такой плинтус. И сейчас буду его закреплять. Вот так. Крепить буду с помощью финишных гвоздей. Вот этой доски. Прежде чем закрепить плинтус, зашпаклюю вот эти отверстия от саморезов. Шпаклевать буду вот такой шпаклевкой, цвет сосна, и вот таким шпателем резиновым. Теперь мне нужно подрезать плинтус, чтобы соединить его в углу. Для этого я буду использовать стусло и ножовку по дереву. Буду подрезать плинтус под углом 45 градусов. Сейчас я покажу, как быстро подрезать плинтус под внутренний угол. Беру, укладываю стусло вот таким образом и подрезаю под 45 градусов. Дальше беру второй плинтус. Уже укладываю вот на эту сторону и режу тоже под 45 градусов. Здесь можно запутаться и подрезать, например, один плинтус под внутренний, а второй под наружный угол. И тогда они не сойдутся. Поэтому здесь нужно быть очень внимательным. Теперь можно крепить плинтус. Закреплять буду на вот такие вот финишные гвозди. Крепить начинаю с угла. Закрепил я плинтус вот так в углу, и теперь буду идти дальше и закреплять его по всему периметру комнаты. В качестве добойника гвоздей использую молоток поменьше, чтобы их немножко притопить.
Установил я плинтус. Есть, конечно, небольшие щели между плинтусом и полом, а также между стеной и плинтусом. Но для меня это не критично, поэтому сделаю так. Вот в углу, как я соединил, и между собой плинтус просто соединил в стык под 90 градусов. Щель возле дверного порога я закрываю вот таким деревянным оконным штапиком. Он сюда как раз идеально подходит. Щель с этой стороны буду заделывать герметиком перед покраской пола. А на этом все. Всем спасибо за внимание.